Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием The Binding of Isaac Afterbirth. И давайте мы сейчас попробуем режим Grid Mod. Да, вам не показалось, музыка сейчас не включена, потому что композитору не очень нравится, когда ее включают. Я очень этим фактом разочарован. Так, далее нам Айзека. Ну, хорошо, это самый такой сбалансированный персонаж для Grid Mod. А вот это шприц на урон, по-моему. Да. У нас теперь урон, ну, чуть-чуть повышенный, так немного, но, тем не менее, не полностью. Так, автомат с гадалкой, апгрейд на скорость, вроде как, да, получается. Ключ надо будет взять обязательно вообще, без ключа никак. Можно, кстати, зареролить попробовать. Давайте сначала сюда зайдем. Посмотрим, что здесь у нас. О, много-много бомб, это замечательно, потому что бомбы... Это вещь такая крутая, поскольку она может открывать, допустим, какие-нибудь суперсекретные комнаты, которые здесь скрыты. Давайте попробуем. Здесь нету, к сожалению, никакой суперсекретной комнаты, значит, она где-то там находится. Как бы иначе быть не может. И зареролим здесь все. О, вот эту штуку надо обязательно брать. Она как раз-таки показывает, где у нас находится секретная комната. Великолепно, все, поехали. Ну, для начала не так уж плохо. Вот эти мухи, они вообще легкие, то есть халтурные такие монстры, которых завалить как нефиг делать. Что-то как-то прям мух прям много, слушайте, поразительно. Это и к тому, что это очень как-то подозрительно легко. А когда в Айзеке все очень подозрительно легко, нужно насторожиться. Это такая игра достаточно, скажем так, не очень доброжелательная к игрокам. Нужно в ней крутиться и вертеться в прямом переносном смыслах. Во все стороны. Так, таймер главное не прерывать. Всех мочить по возможности сразу же. Мух тоже. К ним это относится, наверное, в первую очередь. Ох, блин. Опа, так. Камикадзе это плохо. Но в данном случае камикадзе нам помог. Мы с помощью него завалили Вильмана. Окей. Опа, это очень круто, что я сейчас успел сориентироваться, потому что монстры буквально заспамились чуть ли не в персонаже. Вот это бред. Такие моменты, они какие-то читерские, нечестные совершенно. 20 монет. 20 монет. И да, вот так вот возьмем с вами. И вот так вот. И еще раз зареролим. Теперь у нас есть возможность взять батарейку или же апгрейд на здоровье. Я не знаю, что из этого мы возьмем, но... Что-то из этого определенно надо взять. Так, HP up. Но это только синие сердца, то есть... Вообще ни о чем. Абсолютно. Ладно, не будем заморачиваться особо. Червяк. Ну, червяк это такой достаточно простой босс. Сказал я и получил урон, совершенно глупый. Ну ладно. По крайней мере, его замочить очень-очень быстро можно. Чего не скажешь о этом жердяе с Вильмарами в придачу. Так, Вильманов, да, сразу же надо завалить по возможности. Он толстый, его, блин, долго нужно мочить вообще. Это неприятно, дико. Так, сейчас будет блевать. В такой большой комнате не составляет труда увернуться от его блевотины. Да, иди ты в сраку, сволочь такая. Блюет много, ты подумай. Единственное, конечно, у него опасная атака, это когда он начинает прыгать. Да, там уже реально непредсказуемо вообще, что он будет делать. Реально хардкор. Ну, шкура толстая, писец. Даже не добьешься. Не дождешься, пока он там тюкнется. Реально нужно прикладывать много усилий. Давай. Уже не рыпайся, пока не сдохнешь. Все. Его аж разнесло, блин, от напрягов. Хорошо, что мы делаем? Мы сейчас пойдем скроем тогда суперсекретную комнату, она находится здесь. Что-то я сразу не заметил, по какой-то причине непонятной совершенно. Золотая какашка. Ну, как бы бомба, она вроде как того стоила, определенно. Но все равно маловато монет, откровенно маловато. Я не помню, мы с вами, да, мы с вами в зубастой комнате были уже. Это очень хорошо. Погнали. Так, ну этих... Ух ты ж, блин, слушайте, тут они хитро так нас взяли-то. В клещи.
Молодцы, все-таки не такие тупые валенки, насколько я думал. Ой, а вот это уже вот я сам сейчас влепился. Чуть не смотрел на них, на монстров, а не на камни. Так, они почти синхронно атакуют, значит, они почти синхронно устают. Это очень хороший момент, которым надо однозначно пользоваться. Так, вот этих вот скороходов надо валить. Да, по-быстрому валить, это обязательно нужно делать. Ну-ка. Вот, справились. Так, теперь с этими херовинами. Блин, сволочи, вот они реально опасные. Потому что они в хаотическом порядке начинают крутиться, и не знаешь, когда по ним стрелять нужно. Очень неприятные твари. Дико-дико. Но ничего, мы сейчас с этим разберемся, по-быстрому причем. Ну-ка, давай. Вот так-то. О. Черные сердца, это очень хорошо. По крайней мере, всегда известно, куда эти черные сердца надо делать и куда их надо засовывать. Я вот думаю, может быть нам использовать одну бомбу для того, чтобы подзорвать вот этот автомат? Давайте попробуем. И не зря. Ой, как не зря. Здоровье. Здоровье, наверное, да, нужно взять. И ключ. Для следующего этажа это обязательно нужно было сделать, вы сами понимаете. Потому что на следующем этаже нам этот ключ понадобится. Сразу можно будет взять предмет, артефакт, который здесь лежит, и уже от этого отталкиваться. Нужен рерол. Хорошо, что у нас он есть. Гравитационные слезы — это такое говно. Так, вот эта штука, которую мы только что взяли, она наш размер уменьшает. Но на что-то еще влияет или нет, я точно не могу сказать, потому что не знаю. О, как. И не откроешь даже. Слушайте, это какое-то издевательство. Ладно, давайте вот так вот бомбу поставим. И даже нельзя открыть. Кто бы знал, слушайте. Давайте я вот этот сундук оставлю на всякий случай, потому что вдруг он телепортирует. Это будет тогда очень приятно, если он действительно телепортирует. Здесь у нас хорошая возможность есть. Ох, вот это важно. Вот эти очки надо взять, потому что они нас будут проводить тогда. Сразу же в секретной комнате без всяких бомб. Маска мазохиста. Окей. И периодически дают синие сердца. За урон, но это как бы, как уже сказал, периодически. Не всегда, не везде. Так, по-моему, слез стало еще больше у персонажа. Ты что бегаешь-то вообще? С ума сошел, что ли? Ну, этот лох сам себя забил в угол. Че я могу сказать? Сам виноват. Осторожно. Это, блин, могли получить, конечно, урон такой капитальненький. Так, не дергайтесь ни в коем случае. Что-то как-то волны очень быстро идут. Неожиданно. Или это мы просто всех очень быстро убиваем. Тут не могу сказать точно, как оно есть на самом деле. Но, по крайней мере, справляемся очень эффектно. Мне вот очень нравится. Не особенно напряжно, вот так вот правильнее будет выразиться. И мы зарядили наш кубик замечательно. Это очень круто, потому что можно будет зареролить предмет, который необходимо было зареролить. Так, кыш. Все. Что там только что взорвалось, я так и не понял. Но, наверное, понимать и не надо, да? Что это? Pretty fly. Защитная муха. Замечательно. По крайней мере, это бонус какой-никакой. Дорожка из слез. Ну, пассивный навык, который может быть нам полезен. Не знаю, стоит ли брать, не стоит. Ну, давайте возьмем, ладно, как вариант. Ах, вы дряни. Блин. Так, и у нас еще комната осталась с вами, которую мы не открывали. Да, надо ее открыть. Кстати говоря, костры лучше потушить, потому что за них могут дать бонусы разные. Батарейку не знаю, есть ли смысл заряжать. Понятно, даже кроваткой не воспользуешься. Ну окей, погнали.
А, я совсем забыл про ящичек. Да. Нужны ключи нам. Вот что нам нужно, действительно. Сундучки, которые были, впервые встречаю. Но мне очень интересно, что будет, если их открыть. Боссы — это плохо. Боссы — это очень-очень плохо. Так, ну похоже, нам на два ключа хватит как раз. Опа. Слушайте, вот сволочь. Ну это красный червь. Он, наверное, опасный самый, да? Так, давайте возьмем раз ключ. Два ключ. И проверим, что из этого получится путного. Попробуем заглянуть тут в сундучок, который мы раньше открыли. А, понятно, он никуда не ведет. Ну, будем надеяться, что сейчас после последней волны мы что-либо с этим сделаем. Так, пульпы. Не самый страшный противник, но и не самый хороший. Потому что я не люблю вот это дерьмо. Так, ну хотя бы маска нам дала синие сердца. А синие сердца — это всегда хорошо, вы сами знаете прекрасно. Вот, уже гораздо лучше. Гораздо приятнее. Так, вот мук что-то становится очень много, и все это выходит из-под контроля. Нельзя. Так, нельзя. Нужно с ними расправляться по мере возможностей. Обязательно причем. Одна к другой приконнектились, обе умерли одновременно. Это очень хорошо. Все равно, правда, урон получаем. Но что ж поделаешь. Ну, по крайней мере, мы ключами обзавелись. И ради этого дерьма я два ключа купил, 10 монет потратил. Я разочарован. Я дико-дико разочарован. Ладно. Что ж тут поделать. Но ничего. Как-нибудь мы это дерьмо разрулим. Может быть, у нас в серебряной комнате будет? Понятно. Еще одна вещь в коллекцию говна, которая у нас уже есть. У персонажа супер дерьмовый сет. Но. Что-то мне здесь ничего не нравится. Что-то все здесь говняное такое, вообще поганое. Говнище. Так, еще спасибо, еще дали автомат. А хотя можно с него будет подонатить, если мы найдем сердце. Но это если найдем сердце, опять-таки. Тут никак не предскажешь вообще. Точнее, не сердце, а бомба. Что-то я заговариваюсь как-то. Это все негативное влияние этой игры. Так, а этот червь, кстати, он неприятный, он опасный достаточно. Он возбуждается с полуоборота. Я не хочу, не люблю такие вещи, когда черви там возбуждаются с полуоборота. Это нехорошо, неправильно вообще. Черное дерьмо здесь катается. Нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Стреляющие анусы — это плохо. Но они такие, они пассивные, они неактивные. Неактивные стреляющие анусы. Пассивные. Вот. Вот так. А там уже думайте, что хотите. Ну-ка. Блин. Тут главное вот так маневрировать между этих черепов. Ну не черепов, не знаю. Это какие-то раздутые черепа, пухшие. Аккуратнее надо быть. О, блин. Эти козлы. Трясуны костястые. Я их буду теперь, наверное, трясунами называть. Не знаю почему. Но они тупые, они, блин. Очень резкие, шустрые, дикие. Пипец. Неприятно. Ключ нужен и какой-то еще предмет. Давайте берем ключ. И пум. О, печень. Кажется так. Она повышает нам HP и удачу. Здесь мы еще не были. Стремно. Больше скорости. Таблетки хорошие. Мне они нравятся, по крайней мере. Ключ. Не дай, я ключ взял. Что из этого мы возьмем? Вопрос очень-очень хороший, но почему-то я думаю, что
Лучше вот это. Бомба. Бомба, да. Но теперь нам надо зарядить кубик, чтобы здесь зареролить все. Это действительно то, что нам надо. Причем пока что я не заметил здесь ни одной суперсекретной комнаты. Вот так вот будет правильно выразиться. О-о-о, ты что своих паучат бросаешь? Слышишь ты? Ушлепок. А он не слышит нихера, он тупой. Как пробка, потому что монстр злобный. Потому что он монстр из фантазии Айзека. Вот почему. Так, нет. Осторожно, блин. Я же говорил осторожно, я говорю, не получай урон. Нет, он получает урон. Ему что? Ему это нравится. Походу, ему это нравится. Нельзя так. Нельзя. Вот этот половинчатый Локи, он опасен. Он реально опасен, ребят, потому что... А все почему, да? Я вам скажу. Я не знаю, по секрету, не по секрету. Ну, короче, опасная эта тварь, дико. Реально опасная, потому что... Располовинчатая. Никогда не доверяйте людям, которые, как бы, имеют в себе несколько личностей. Вот, потому что они опасны. Хотя, что я говорю? Я и сам иногда в фоллауте. То веселый, то серьезный. Ну, короче, все, вы ничего не слышали. Я ничего не говорил. Ну-ка, Локи, иди-ка ты делай уроки, все. Блин, нам бы больше урона и вообще было, не было бы цены персонажа, но, к сожалению, урона у нас немного. Но зато со скорострельностью все в порядке, это прекрасно. Нет, почти убили. Так, все, кореша твоего завалили, теперь ты никто, теперь ты чмо. Так, отлично. 10 монет, друзья. 10 монет, на которые здесь ничего не купить. Ну, можно, конечно, выбить из автомата из этого, да? Ну, а можно и не выбить. Давайте сюда зайдем. О! Великолепно. Так, золотая какашка, это хорошо. Я не помню, что эта монетка делает. Она, по-моему... Секой у нас уровень идет. Глубины, это опасно. Монетка золотая, например, поддельная. Она, по-моему, дает больше монет. Опять ты. Да что за говно-то, блин? Слушай, это какое-то издевательство вообще. Это, блин, это не круто. Это не круто, я же попросил. Не надо вас, не надо. За что? Еще и полноценные Локи прибавок. Ты подумай. Да. Да, как это цинично. Как это цинично, друзья, и нехорошо. Иди отсюда, да? Все. Почти справились. Нет, ну почти не считается. Тут как бы наполовину мы, да, все это сделали. Но все равно. Уже близко. Уже очень близко. Блин. Это я чего еще сторону получил? От слезы Локи или от бомбы? Я не знаю даже. Может быть, от того и от другого сразу же. Комбо урон. Босс на самом деле легкий. Легкий босс, реально легкий. Но муторный. Вот так вот будет правильно сказать. Очень-очень муторный. Неприятный. Блин, часто реально от мухи урон получили. Причем совершенно дебильный. И опять дебильный урон. Ну ты подумай. Так, нет, надо с этим разбираться, безобразием. Так, сердечек красных много, да. У нас какой-то предмет, что ли, который сердечки эти дает? Я не знаю, не могу сказать точно. Или это просто так выпало офигенно удачно. Не знаю, фиг его знает. Так, ну хорош, все, не прячься. Готов. А, ну замечательно, еще и Крампус, за которого, может быть, дадут голову Крампуса. Голову, которую даже зареролить не понял. Нифига себе у него атака. Я такую впервые атаку встречаю у Крампуса. Я привык, что у него лазеры все, ну, серо фиксированные. А получается, что нет, нихера. Каких-то пор. Голову Крампуса. А, нету. Уголек дали. Слушай, это хорошо. Это очень хорошо. Но
Но здесь ничего не сделаешь же ведь, да? Батарейки, к сожалению, нету. Она не прилагается. Можно, я не знаю, блин, что здесь можно сделать? Что здесь можно сделать? Что? У нас же ведь есть каска, да? Поэтому мы можем проходить в комнаты невозбранно. Но другое дело, что нам надо зарядить каким-то образом кубик. Я не знаю, каким образом его заряжать вообще, но тут без вариантов. Ну давайте попробуем здесь, ладно, бомбу поставить. Ну а вдруг? Угу. Что это за аккумулятор? Нога Каина. Блин, как неприятно-то, ты подумай. Офигеть. Вот нога Каина, она бы очень хорошо нам пригодилась. Еще книжка. Блин, ничего не зареролить, это же какое говнище-то. Обидно даже стало, слушайте. Ну как обидно, а? Столько возможностей, ни одной из этих возможностей не получается использовать вообще. Вот здесь сейчас будет уже действительно сложно. Придется попариться. Это меньше раз... Сайзап. Ладно, в общем, вы поняли. О, комната то ли я ошибка, то ли что-то еще. В общем, позволяет перейти сразу на следующий уровень. Но я в этом смысла никакого не вижу вообще. То есть тут только один вред от этого всего. Что это за штука такая? Не знаю. Не знаю. Это все тринкеты. Ни один из этих тринкетов не хорош. Не могу сказать, вот что вот это за штука такая. Напишите в комментариях, потому что я, например, не в курсе. Опять таблетки. Balls of Steel. One makes you small. Вот эта таблетка прикольная, да. Но она не в тему. Или она на какое-то время. Слушайте, у нас персонаж вообще стал очень-очень мелким. Может быть, оно и хорошо, а может быть и плохо. Кто же его знает. Мы примерно стали размером с нашу муху. Как-то непривычно себя чувствую в таком размере. Аккуратно. Так, монстров здесь гораздо больше, и контролировать их гораздо тяжелее, потому что, можно сказать, пол уровня красный. Да. Это дико не круто. С этим ничего не поделаешь совершенно. Ну ладно. Как говорится, что есть, то есть. Ох ты, блин. Так, обрубленные члены здесь катаются. Это совсем не доставляет радости. О, да вообще жесть. Невероятная просто жесть. Это какая волна? Шестая волна. Так, откуда сердца падают? Какой-то предмет у нас есть, который эти сердца генерирует, я в этом уверен. Монетки, кстати, у нас сейчас будут умножаться, насколько я понял. И хорошо, если так. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, тут... Видали, да, что творится? Беспредел реальный. В астрономических масштабах. Блин, слушайте, пипец вообще, что делают? Вылезает просто изо всех щелей. Скотство какое-то. Что ж ты будешь делать-то? Ладно, мы хотя бы сердца оставили. Давай, справляйся. Вот. Да, монетки у нас очень хорошо умножаются. Это меня очень радует. Что теперь только с этим делать? Что мы с вами возьмем? Давайте зареролим. У нас есть хоть одна муха? У нас нет вообще ни одной мухи. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. И из того, что мы нареролили, я не хочу ничего брать. Потому что тут срака поганая. Ну, давайте так сделаем. О! Вот это уже гораздо лучше. Да. Damage и range up. По-моему, вот этот красный прыщ, это тоже относится к гильдии урона, назову так. Поэтому да, будем стараться. Теперь мы можем себе этот прыщ позволить. Это прекрасная новость, согласитесь. Так, теперь этих извращенцев надо валить. Хорошо очень получается. Слушайте, эта таблетка на что, перманентная, что ли? Не понял. Что-то персонаж у нас больше не становится. Похоже на то. Не, ну это очень круто, да, если действительно об этом речь идет. И тринкет мы взяли вот реально вовремя. По-моему, это очень опасный босс, не?
Так, он залупа показалась. Надо убить ее. Так, 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 так. Дожидаемся, пока головка вылезет на ветер. И только тогда, может быть, вот она появилась. Не, босс такой нормальный, бесхитростный совершенно. Сейчас мы его закупорим. Головку ему закупорим. Все. Че, все что ли? Как-то быстро, подозрительно. Ключ нужно взять. Да. Так, прыщ. Да, прыщ, он действительно идет на урон. Урон у нас все равно отстойный. И ничего с этим не поделаешь вообще. Давайте еще один ключ возьмем. Ну, пригодится же ведь. Пригодится, согласитесь. Очень даже. Что тут? Мне ничего из этого не нравится вообще. Успеем зареролить? Нет, не успеем. Опа-на. Здрасте. Че, попробовал? Ой! Так, на этот раз две залупы. Отлично. Я знаю, что им противопоставить. Они не любят свежий воздух. Очень. Это закупоренная залупа. Вот так. Надо их еще больше закупорить, чтобы они точно не вылезали. Так, ну хотя бы с нашей скорострельностью у нас есть очень хороший шанс с ними справиться. Да вы издеваетесь, что ли? Ну куда же вылезает-то? Блин, стерва. Куровы, блин. Во! Так, так, половина хп у них уже нету. Блин, чё же они так редко вылезают, почему? Во! Это уже прогресс, это уже, это, блин. Так, 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 давайте, давайте же. Воу, блин, это я просто упочил. Так, вот вылезло, показалось. Отлично. Что, какой-то предмет у нас есть, который из монстров сердечки спамит. Что здесь? Так, мы можем взять полет. Насколько я понял, да, полет. Но так ли он необходим? Чтобы еще и жертвовать двумя сердцами, думаю, нет. Нам это с вами не нужно. И при этом мы кубик не зарядили опять. И это очень плохо. Что с этим делать-то, блин? Какой-то отстой, слушайте. Неприятный причем отстой. Тут мы были? Да, тут мы были. Вообще говнище полное. Хотя... Не знаю, поможет нам этот лазер, не поможет. Но пускай будет, возьмем на всякий случай. Ключ у нас есть. Ключ у нас есть, это очень-очень хорошо. Это очень приятно, давайте мы его используем сразу же. Мешочек. С монетами причем мешочек. Не просто так, а вот это приятно. То есть много-много возможностей будет для рерола. Эта штука на скорострельность идет, да? Поэтому будем ее реролить обязательно. Самым первым образом. Есть у нас попрошайка. Есть челлендж. Игра становится сложнее, персонажу дается больше урона. Наверное, мы эту штуку возьмем. А может быть и не возьмем. Там уже не знаю, как получится, как сложится. Эти костры сильно меня напрягают. В них можно вляпаться. Неожиданно быстро. Так, сердечек, сердечек. Блин, наглое сердечко-то. Кстати, полет бы не помешал, я вам скажу. Не, по-моему, лазер неплох. Могло бы быть, конечно, хуже, но неплохо. Сойдет. Да и с волнами пока более-менее справляемся. Так, давайте. В попу. В попу идите, блин. Жуткие твари дикие. Неприятные совершенно. Вот так-то. Осторожно. Маски они, да, они. Маски они опасные. Но опять-таки, не сейчас, когда мы больше часть их корешей завалили. О, отлично. А вот теперь уже другое дело. Можно пойти и зарерулить предмет здесь.
Я не знаю, что это за штука. You feel cozy. Что? Ну ладно, ладно, сойдет вполне. Возьмем так, сделаем. Будем реролить тогда предметы, потому что мне не все это очень нравится. Dim Jab, да, возьмем. Потом реролить. Не круто. Не круто абсолютно все, что здесь предлагает. Давайте сначала сюда зайдем. А здесь, здесь, в принципе, ну так, ни о чем. Могли быть полезные предметы, но нет, нет. Не все здесь полезно, к большому сожалению. Еще раз. Вот это, по-моему, HP up. Угу. Грипп. Грипп это хорошо, грипп можно использовать. Но давайте мы будем кормить попрошайку, потому что он может дать нам за меньшее количество монет предмет. Ага. С таблетками херня вот это. Эксплозив диарея. А давайте используем. Так, тут монетки дали. Значит, неплохо. Какой-то эффект странный. О, даже так, да? Можно, конечно, было бы тут разломать все вот эту кедрень и фень. Давайте попробуем. Монетка. Вау. Кубик. Кубик, 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 рубик. Да, вот сейчас эти батарейки пригодятся. Можно будет использовать их вот на этом предмете. Сумочка для тринкетов. Не знаю, насколько это полезно. Наверное, нет. Я откажусь от этого. Опа. Телепортировать теперь. Хера себе. Это, наверное, из-за таблетки, из-за той, которую мы приняли. Ну, что ж поделаешь, побочные эффекты. Гриб хороший очень. Очень хороший гриб. Не хочу я пока рисковать так. Давайте мы сейчас вот... постараемся сначала выжить тут. Что опасно дико. По крайней мере, на урон я жаловаться не могу. Урон более чем хороший. Но очень-очень нехорошая локация. На темном фоне очень тяжело заметить монстров всех. К тому же этими пауками стреляют, как из катапульта. Они полетают со скоростью света. Обидно даже как-то. Слушайте, 4 от собаки. Всячески. Ой, так, это еще один босс. И очень-очень дикий, нехороший босс. Очень-очень сложный. То есть теперь надо будет постараться еще, чтобы замочить этого самого босса. Так, иди ты в попу, понял? Понял, иди ты в попу. Я не... Так, стоп. Успокойтесь вы уже, собаки такие. Так, пошли вон. Вот, все. Справились. Давайте возьмем гриб. Я не помню, что он дает. Тирзап, HP up. Угу. Даже так, да? Блин, что мы с этим взять бы, этот херовину, или не взять? Экстра пил. Так, наш персонаж стал еще больше. А прибавился ли от этого у него урон, я не знаю. И не знаю, зря ли или не зря использовал кубик. Мы последнюю взяли с вами? Да, последнюю батарейку забрали. Ну что, есть ли смысл попробовать? Я думаю, что да, есть смысл попробовать. Посмотрим, что здесь будет происходить. А, здесь огромное сердце. Злобное. Так, чувак, бомб много, откуда? Что за дерьмо? Что происходит вообще, блин? Сердце мы разрушили только что самым диким образом. Так, ну маску тоже сейчас завалим по-быстрому, я так думаю. Париться с ней не пришлось совершенно. А, еще ты. О, вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, я забыл, что это за штуковина. Так, теперь у нас есть эта защита, типа, да, местная. Давайте попробуем вот так вот взорвать. Нет, к сожалению, синее сердце мы здесь не получили. Увы и ах. А тут ничего интересного и нету вовсе. Мы уже далеко достаточно продвинулись, очень. И тут, к сожалению, нету ничего интересного.
Зато есть много боли. Вот это гарантированно здесь есть. И шприц. По акции. Да. Который, по-моему, все статы перемешивает. Урон у нас и так хороший, не хочу его менять. Вообще желания нету. Ладно, будем стараться, чем могу сказать. Вот этот вот круг, он нам защиту дает какую-то или что вообще? Я не знаю. Не могу гарантированно сказать. Жадность. Ну, конечно, куда же без нее? Нет, нет, это не защита. А было бы круто, если бы была защита. Очень даже. Так, харкающаяся задница. Ну-ка. Ой, вот, вот эти вот, да, вот эти штуковины. Ну, конечно, не круто, но с нашей скорострельностью уроном с ними можно достаточно легко разобраться. Так что с вами мы общаемся на ты, ребята. Так, главное не слоупочить здесь. Потому что это все очень опасно. Еще жадности появились. А это нам в последнюю очередь нужно вообще. Хотя они выгодные. Мы можем приумножать количество монет благодаря им. Так, ну тут нет. Или это не жадности? Что-то ты прослоупочил дико. Это у нас уже взрывные эти твари. Монеток много. Монеток много. Это прекрасно. Ёлопала. Опасность. Блин, сердец мы столько нафармили, что тут проиграть уже будет сложно. Нужно быть диким валенком тогда, чтобы проиграть. Диким идиотом. Нет. Все. Все, монет у нас достаточно. Очень даже более чем. Реролем? Что это за штука такая? Не знаю. Хаос. Интересное название. Вот эту коробочку, да, я ее использую. Не зря. Не зря. Так, у нас впереди еще один уровень получается, да? Давайте мы пошаманим. Что-то какая-то жесть вообще непонятная. С уроном у персонажа стало, да? Ну это так, это пустяк все. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дим Джаб. Я не понял, как эта штука функционирует вообще совершенно. Ну ладно, попробуем, посмотрим, что она из себя представляет. Ой, что-то какая-то она страшная, слушайте, прям ломает. Прям дико-дико ломает. Какой-то это урон тут у меня. Жестокий. Жестокий урон совершенно. Что-то я зря гнал на этот лазер. Там какой-то... Ой, ты что это за клещи-то такие тут появились? Да все, все, у нас имба, заткнитесь. Заткнитесь и просто смотрите. Все. Здесь что? Гематемезис. Хорошо, что мы сердец много набрали. Копыта нет, спасибо. Нам оно не интересно. Взять ли, не взять ли? Нет, хвост кошки, ну, не актуален здесь. А тут... О, слушайте, а здесь можно собрать гаппи. Или гуппи, называйте как удобнее. Можно и такую штуку взять. Это вроде как урон или вроде как нет. Давайте посмотрим. Мы сейчас волну запустим, а там уже кто же его знает, что из этого получится, да? Так, вот эти херовины надо взять. Блин, был бы здесь только сердец, сколько... ой, монеток сколько сердец. Был бы, тогда зашибись. Великолепно вообще. Все, идите в попу. Ну это я сам виноват, что не взял здесь сердца изначально. Ой, сердца, монетки. А было бы очень хорошо, если бы я их взял. Да. Но что есть, то есть. А что мы можем тогда здесь сделать? Да в принципе ничего мы здесь. Ну хотя. Хотя не хотя.
Ладно, давайте возьмем деньжап еще один. Урон, ну, лишним не бывает, как показала практика. Все, сердца теперь нужно забрать наши. Вроде как наполнили, да. Зашибись. Я думаю, затащим. Очень хорошо затащим с таким уроном. Тут уже двух мне не быть не может. Так, ну это прелюдия к боссу. Не-не, тут, ребята, вы даже ни на что не надейтесь вообще. Расслабьтесь. Это так смеются, что ли, скидку давать? Не, расслабься, расслабься. Бугай. Успокойся. Дикий неприятный монстр. Ничего с этим не поделаешь. Но у нас урон тоже дикий. Такой же дикий, как этот монстр. Главное, тут все время шевелиться. Что-то мне голова зачесалась. О, хорошо. Черное сердце дало почесаться голове. Так, так, так. Спокойно, спокойно, танцор. Все нормально. Держись, держись. Спокойно, спокойно. Ой-ой-ой, какие-то эти мобы пошли. Спокойно, спокойно. Держимся, держимся, держимся. Кавалерия подоспела. Слушайте, у нас урон хороший, очень хороший для таких дел. Сердца нам дают красные за поверженных противников. Это круто. Ой-ой-ой. Тихо, мужик, тихо, тихо. Успокойся ты. Что ж ты такой злой-то? Злобный дядька. Злится много. Что-то у меня... Ему нужно посетить курсы по управлению гневом. Да еще и танцы тоже можно, секцию дополнительно. Можно еще, конечно, и спортом заняться кем-нибудь другим, потому что ему явно некуда девать энергию. Ну, еще надо быть не таким же... А, нет, хотя он нет, он не жадный, монетками побросается. Может, сказать, даже разбрасывается монетами. Офигеть вообще. Успокойся, успокойся, он же синеть уже... У него же трупное окоченение началось, все, это признак. Успокойся, мужик, успокойся, успокойся. Чего, что, все, уже краснеть начал, синеть, блин. Все, со здоровьем проблемы у него однозначно. Ну ладно, я им помогу успокоиться раз и навсегда. Да все, 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 расслабься. Не, ну все, он уже готов. Люди так долго с такими болячками не живут. Все, ядерный взрыв. Ух ты, еще достижение какое-то дали. Ты подумай. А что это за грид? Вот я монетку взял. Оп! И положил монетку. Обалдеть. Целую монетку, подумать только. А можно эту статую взорвать? Ой, смотрите, какое оружие у нашего персонажа. Какая-то ошалевая вообще. Как будто он шарнулся очень круто. Ну ладно, давай, иди сюда. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.